Здравствуйте. На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, действительно ли материнская молитва обладает особой силой? Да, есть даже такая прекрасная поговорка «молитва матери со дна моря достанет». И многократно я сталкивался с рассказами матерей о своих чадах или рассказами чад о молитвах своих матерей, о том, действительно, сколько эта молитва может. Эта молитва рождается из безусловной, жертвенной, глубочайшей любви. Поскольку Господь есть любовь, то Он эту молитву особым образом слышит. И мать, как те врата, через которые чадо вошло в этот мир, она имеет особое совершенно дерзновение в своем ходатайстве. И, кстати, именно поэтому столько много может молитва Пресвятой Богородицы. Потому что Господь сам дал заповедь о почитании родителей. А заповеди все – это неким таинственным образом перенесение в нашу жизнь, а внутри божественной жизни. Как сын почитает отца, так Бога-человек Иисус почитал свою матерь, давшую ему человеческое естество, Пресвятую Богородицу. И давайте вспомним первое чудо в Кане Галилейской, которое произошло. Христос говорит Богородице: «Что мне и тебе, жену?» На ее вопрос о том, что вот беда, нехорошо, на свадьбе кончилось вино. Но позор. Еще не пришел час мой, это значит, воле Божией еще не было чуда. Она мягко настаивает, и он ее слушается. Воля Божия меняется в ответ на молитву Пресвятой Богородицы. И воля Божия может поменяться и в ответ на горячую молитву матери любого человека на земле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.